Всем привет, ребят! Сегодня мы будем играть в Bed Wars. И сегодня мы должны будем сделать как можно больше киллов. Сейчас мы построимся на центр. Там золотые изумрудики. Так, давай-ка ты дальше. Так, не-не-не-не. Мои изумруды. Так, а ну-ка давай прыгай. Ладно. Да блин, он забрал изумруды. Ладно. Так, тут два изумрудика должно заспавниться. Так. О, есть один. Так. А там еще должен быть один. Так, все. Пошлите на базу. То у нас мало хп. Так, сейчас мы пособираем на лук и пойдемте атакуем кого-то и будем их убивать. Так. А давайте-ка изумруды лучше выложим, а то мы можем их потерять. Так, а на центре, как я вижу, синий, да? Окей. Кстати, неплохо бы нам купить яблочек золотых или тут прокачать. Так, но у нас нету, как вы видите, алмазов, так что не будем прокачивать ничего. Просто побежали на центр и залутаем там изумрудики. Так, тут сломано, да? Нет. Тут не сломано. Так, отойди. Ну, отойди. Ну, ладно, как хочешь, прыгай, как хочешь. Так, желтые достроились. Нет, 20 секунд я не буду ждать. Это слишком много. Еще раз просто вернемся. Так, все. Так, тут вы что-то попутали, да? Как я понимаю, да. Это полегче тут ломается-то. Если вы не поняли, так. Ох ты, он там обсидианкой застроить хочет. Да что я сюда долезу? Надо сюда это все уложить, а то наши заберут все. Так, все забрали. Так, давайте-ка хотя бы какую-то броню купим. Так, на мечик нам не хватает. Ладно, сейчас хватит, все. Так, железный. Кстати, нам не прокачали, ладно. Давайте выложим их и последний раз сходим за изумрудиками и будем делать убийства много. Так, где этот у нас? Ага, с этой стороны пойдем. А ну-ка стоять. Ты чё, мои изумрудики тыришь, а? Ай-яй-яй. Не-не-не-не-не. А ну-ка пошёл. Ох ты. Да блин. Ладно. Броню просрали, меч тоже. Ну, это не так-то уже важно было. Так, что у нас тут кровать-то открыта, я не понял. Ой, блин, зачем я железо-то выложил? Ладно, сейчас, ребят, я сейчас отключу запись и вернусь, когда я залутаю изумрудики. Итак, ребят, вот я насобирал немножко. Как немножко, но достаточно таки изумрудов. Теперь так, убиваем всех. А ну-ка, я им не буду ломать кровать, потому что я хочу делать много убийств. Так, а ну пошел сюда. Да уж,
С моей меткостью тут ничего не поделаешь. Так, да блин. Так, сделаем вот так вот, пацаны. А то вы меня бесите. Я не могу по вам попадать. Нормально так? Да не беспокойся о кровати, я не буду ее ломать. Так. О, синим сломали кроватушку. Хотя бы надо сделать 20 убийств, как минимум. Так, там мутаются пацаны. Так, нет, давайте-ка я лучше вот сюда вот пойду. Тут побольше будет обзора. Так, надо бы слезть. Немножко вниз надо бы спуститься, да и все. Так, я уже не могу по ним попадать. Ой-ой. Это что вообще было? Понятно, у вас тоже есть лук, да? А ну-ка. Ты куда побежала? Пошел сюда. Стоять, не утать изумруды. Ага, он пошел на нас, да? Ладно. Пусть идет. Ага, его уже убили даже. Так. Я хочу вот этого железника убить. Потому что он все время застраивает, что-то вытворяет там. Ладно, не будем им давать шансов. Так, ладно, он себе лишь хуже сделал. Так, стак остался. Так. Ладно, построимся немножко. Вот сюда вот пошлите. Ну все, теперь надо фаерпол доставать. Так. А ну-ка, братал. Ты хочешь умереть, да? Ну ладно, как хочешь. Так, где фаерполочки? Не понял. А кто меня убил, мне интересно. Так, на нас кто нападает? Никто. Я не понял, кто меня убил сейчас. Зеленый на базе. А ну-ка, ты чё тут разламываешь, а? Не-не-не-не. Так, а ну-ка, пошёл отсюда. Так, алмазики подарил нам. Ладно, ща. Ага. Я не понял, кто меня тогда убил. Ничего не понятно, но да ладно. А вот наук нам придется долго копить еще, да? Как я понимаю, да. А вы еще не до конца не прокачали тут. Ладно. О, тинтишка. Так, ладно, возьмем. О, ничего себе. Вы тут ложите-то хорошие вещей. Так. Ну, давайте еще TNT. Ладно, как хочешь. Можешь не давать. А вот изумруды я с радостью взял. Ну, давай шестую. Так, все есть, отлично. Так, где тут у нас? Вот лук. Так, я ж купил лук. Да, я купил, так. Теперь броню хоть какую-то закупим. И пойдемте добивать дальше синих. А блин, а волков нам... Ладно. Так, как нам туда-то залезть? Так, вот так вот залезем. Так, эх, их надо взять. Да что вы делаете-то? Ладно, пойдемте добивать дальше желтых. Точнее, убивать. Так, братишка, ты чё на центре, а? А ну-ка, пошёл сюда. Ой-ой. Ага. А там у нас стекло. Братишка, ты ничего не сможешь нам сделать, так как там стекло. Так. А ну-ка, ушел с центра, я сказал. Ладно, пусть удается, я тебе разрешаю в последнем. О, всё скилл будет, да? Нет,
походу не будет, блин. Окей. Ай, хух. Ах ты гад, а? Не зли меня, я могу использовать. Ладно, давай, использую. А то ты меня бесишь. Все, пацанюшка, ты у нас умираешь. Так, этого надо добить. Там у него лишь один хп осталось. Так, ладно. Так, он сейчас соберет все ресурсы, да? А ну-ка, я бы хотел, чтобы ты упал, братан. Да не застраивай ты кровать, я тебе ничего не сделаю. Так, что ты бегаешь-то так, а? Да блин, кто меня убивает так? Где это? Я не пойму, кто меня убивает. Теперь надо опять копить. Так, походу надо на центре. На центр пойти и там лутать изумруды. Так. Итак, ребят, вот я снова закупился и пришел к желтеньким. Так, как всегда, будем желтых пить. Так, надеюсь, такого не будет больше. Потому что я умирал как-то. Не знаю как, но умирал. Так, а ну-ка, ты на кого целишься, а? А ты чё там делаешь? Так, минус чувак будет сейчас. Как я понимаю. Так, потому что он залезает наверх. Так, и спрятался там, окей. Надо его мечом там добить, чтобы он ничего там не творил. Ага, вот ты где, братан. Так, ладно. Я по нему не попаду, конечно. А ну-ка, ты чё издеваешься, а? Не-не-не-не. Не стреляй. Так, понятно. Ты тоже у нас с меткостью. Чё-то не так. Так, вот опять меня бьёт. Откуда-то из воздуха. Так, по нему надо лишь один удар-то сделать, да и все. Так, ладно. Давайте-ка я вот так вот сделаю лучше. А по-моему, это он на меня пуляет. Своими стрелами. Вонючими. Гад, иди сюда. У меня получше прицеливание, ты понимаешь, да? Ты же понимаешь, я тебя слил. Пошел сюда. Ладно. Раз уж ты у нас ничего не понимаешь, я тебя просто слил. Все, братишка. Ты минус. Ну, умирай ты. Сколько у тебя там хп? Вот их двое, и один меня отвлекает. Что-то там вытворяет с кроватью, а один луком. С луком. Это плохо, что он с луком, конечно. Ну да ладно. У него с прицелом что-то не так. Так, а ну иди сюда. Ладно, у тебя мало хп, да? Так, давайте-ка сделаем по-нормальному так. И погнали к ним. Надо же их рашить как-то. Так, все так. А, он снизу, этот пацанёк, так. Что-то платформу себе там вытворяет какую-то. Но он не знает, что у нас фаерпольчики есть. И я сделаю вот так вот просто. Только я не попаду, да? Да, я не попаду по нему. Так, что ты там на шифте будешь делать, да?
Ладно, погнали к ним ломать их кровать. Так. Куда бы нам пойти? Спрыгнуть на кровать или... Я не знаю. Так, братан, ты чё залезаешь, а? А ну-ка, быстро ушёл. Ой-ой-ой, со своими фаерболами там. Только вот... Ай, блин! Ладно, мне всё равно. Я просто сломаю вам кровать. Да и всё. Так, братан, иди сюда. Я тебя слю. А где там тот пацан? Так, а ну-ка, слезай. Не-не-не-не, у нас мало хп, братан. Не бей. Ну, так как он на лестнице, у него мало шансов победить меня. Так. Вот с какой стороны он слезет, это вопрос. Вот с этой, да? Или с этой? Ну, он 100% меня убьет, конечно. Вот фаерполчиков у него много, как я понимаю. Надо его, сука, завалить. Ну-ка, слезай. А, нет, я его думаю, что убил, но нет. По-быстрому яблок купим. Сейчас, братан, погоди. Минутку, пока я тебя не убил. Ну давай, слезай ты. Или ждешь, пока у меня хп. Так. Есть один удар. Этот лук как бы немало так и сносит. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не. Да блин, я тебя должен убить-то. Ладно. Сейчас я к нему прибегу. Итак, ребят, я сейчас на центре бегал. Так. И сейчас желтенький хочет сломать зеленых. А, нет, уже передумал. О. О, фух. Братан, не делай так больше, а то ты меня испугал. Так, ладно. Вот бы у нас лук бы был бы. Так, а мне интересно, сколько мы уже киллов сделали. Без брони, конечно. Нам плохо. Будет так, ладно. Вот зачем он... Ах, да. Они же не знают, что у нас такой челлендж. Так, ладно. Так, он же умер? Нет, он не умер. Так. Вот теперь он умер. Только надо съесть яблочко, вот теперь надо его убивать. Все, умирай. Ах ты, не хватает что ли, да? О, сейчас мы будем делать киллы побольше. Такс. Надеюсь, они сейчас меня не убьют, да? Надо съесть яблочко, так. По-быстрому. Нет, не бей, не бей. Так, захавать бы еще одно яблочко. Было бы неплохо. Так, вот сейчас мы по-хорошему так и убиваем их. Так, а ну-ка не бей меня. Боже, блин. Ладно, сейчас мы неплохо так и наваляли им. Ладно, так, что тут есть? Ничего. Интересно, вот так, ладно, сейчас мы купим брони хороший и мечик заодно алмазный купим и атакуем их. Так, ах да, у меня ж там были зельки, я там с одного пацана зельки выпал мне и вот так вот. Так, купим блоков. Все, погнали на них, пока они не залутались там по-хорошему. Кстати, ух ты, кстати, зеленых слили. Или это я их слил, я уже не знаю. Так,
Так, а где желтенький, мне интересно? Или это ж... Да, это желтый сломал. Зеленых, так. Ладно, сейчас надо этого желтенького завести в комбо. А как вы помните, я не могу заводить в комбо, поэтому давайте-ка сделаем... Так, чуть не слились. Так, не-не-не-не, ты должен умереть, блин. Он сейчас под зелькой невидимости пойдет нам ломать, да? Так, все, я уже тут не могу играть, так. Надеюсь, у него мало этих зелек. А может быть, он и... Так... Надеюсь, нет, он не ломает нашу кровать. Да блин, где он? Итак, ребят, тут у нас желтый под... Я не помню, что это за пацан. Так, он у нас, походу, на базе, да? Я только что его ник видел. Так, ладно, он сейчас нам разламывает, по-моему, кровать. Точнее, добирается до нее. Все, уже добрался. Нет, уже не бей. Ну, блин, надо затащить эту катку. Есть. Все. Сколько мне интересно, мы сделали килл. Так. Как тут? Ничего себе, 22, блин. Ладно, ребят. Мы сделали 22 убийства. Это, как по мне, неплохо. На этом мы, пожалуй, закончим. Ролик получился длинным. Так, если вам понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписаться на канал. Всем удачи и всем пока.